пишет: «Безусловно, Россия готова участвовать в стабилизации и восстановлении украинской экономики, но не в одностороннем порядке, а на паритетных с нашими европейскими партнерами условиях». То есть 18 стран... 18 стран, которые получают газ из России по газопроводу, который идет через Украину. Он пугает, что будут перебои и так далее и тому подобное.